Нападение фанатов напугало сына Галкина. Во время прогулки по Юрмале сына Максима Галкина напугали фанаты. Гарри не привык к чрезмерному вниманию, поэтому растерялся. Шоумен Максим Галкин с супругой и детьми отдыхают в Юрмале. У звездного семейства насыщенная культурная программа. На днях они побывали на концерте шоу-балета «Тодос». Примадонна осталась с Лизой, а Максим повел Гарри за кулисы. Там их внезапно атаковала толпа молодых воспитанников Тодеса с просьбой сфотографироваться вместе. Гарри, хотя и растет в семье звезд, к такому вниманию не привык. Родители ограждают отпрысков от прелестей мира шоу-бизнеса. Мальчик растерялся и даже немного испугался. Впрочем, фотосессия завершилась благополучно, и к ее концу сын Максима Галкина улыбался. А представители Тодеса позже извинились в соцсети за то, что так неожиданно на них налетели, передает Пятый канал. Внимание на экран. Напомним, что после отъезда жены, дочери и сына Максима Галкина в Юрмалу грянул скандал. Алла Пугачева въехала на своем лимузине прямо на перрон Рижского вокзала. Мнения в обществе разделились. Большинство возмущено поведением примадонны, однако некоторые считают, что народным артистам позволено больше, чем рядовым гражданам. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Лицемерная Собчак посочувствовала бывшей жене Грудинина. Тодоренко и Топалов шокировали эротичным свадебным танцем. Где? Чучело. Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд. Каждый имеет право на ошибку. У Пугачевой нашелся влиятельный защитник. Нарушение закона. Зеленскому пригрозили серьезными последствиями. Оставайтесь с нами.